Уважаемые пассажиры, при проезде по количеству свободных поездов дальнего следования с маленькими детьми не оставляйте пешеходных знаков. За избежание штрафирования освобождения проезжайте на карантине детей на 10 пунктов. Принимайте все необходимые меры для безопасного проезда. Уважаемые пассажиры, на первом этаже вокзала, у дежурного вокзала, вы можете заказать питание такси по городу до станции Первомайская.